историко-культурный центр «Старый Сургут» – воплощение исторического облика города на рубеже XIX-XX веков. На территории находится 14 деревянных домов. Все они представляют собой реконструкцию старых зданий, когда-то стоявших в различных частях Сургута. Но чтобы дать наиболее полное впечатление об архитектуре тех лет, их собрали в единый ансамбль. Решение о создании центра приняли в октябре 96-го, открыто для посетителей с 1999 года. На территории историко-культурного центра находятся дома коренных народов Севера, журналистов, казачества, краеведа, памяти и согласия, природы, ремесел, а также музей Черного Лиса, школа-музей имени Знаменского, трактир на Сайме. Здесь можно познакомиться с древней и современной историей Сургута, стать участником праздничных гуляний, традиционных посиделок, встретиться со старожилами и просто отдохнуть в тишине. В 2001 году на территории ИКЦ появился храм во имя всех святых в земле сибирской просиявших, выполненный в традициях зодчества русского севера. Проект удостоился премии «Архитектура и градостроительство». Высота храма – 24 метра. В Старом Сургуте проводят экскурсии для всех желающих по постоянным и тематическим экспозициям. Для гостей готовят мастер-классы и познавательные программы. Лоскутное шитье, бисероплетение, вышивка, художественная обработка дерева, кожаная пластика. По праздникам Новый год, Рождество, День города организовывают тематические программы. Историко-культурный центр уже много лет принимает на своей площадке, например, фестиваль ледовых скульптур и урожай года. 470 сургутян уже воспользовались программой обмена квартир от «Брусники». Узнайте подробности программы на сайте brusnika.ru.